Детские сады Барнаула, которые стали победителями городского конкурса, до середины октября получат обещанные денежные призы. Сегодня муниципальная комиссия озвучила итоги голосования. 9 сентября все желающие могли отдать свой голос за лучший, по их мнению, детский сад. Участие приняли более 70 тысяч человек. Например, в Центральном районе первое место досталось детскому саду номер 208, а в Железнодорожном больше всего голосов набрал 94-й. Победители получат, соответственно, по 500, 300 и 200 тысяч рублей. Из новых детских садов в данном конкурсе победил только один. Это микрорайон «Спутник», который построен был недавно. Все остальные детские сады имеют достаточно солидный возраст, и поэтому вот то подспорье, которое они получат, действительно поможет им достаточно хорошо пополнить свою материальную базу и, прежде всего, методическую базу. По словам Натальи Полосиной, подобное голосование пройдет и в следующем году, только из списка претендентов на денежное поощрение исключат нынешних лидеров.